На сегодняшний день в законодательстве ни федерального, ни краевого закона о безнадзорных животных нет. Пока есть только закон по борьбе с болезнями животных и закон о содержании домашних животных. Деньги, выделенные на эти законы, можно тратить только по целевому назначению. Депутаты районного собрания на октябрьском заседании уже рассматривали вопрос о бездомных животных. Обсуждение прошло бурно. Администрациям поселения Амурского района было рекомендовано провести уже у себя публичные или депутатские слушания и принять решение по этому вопросу. Для того, чтобы внести поправки в бюджет и уже начать заниматься решением проблемы бездомных животных. Так и все-таки, как с этим бороться? Что нужно сделать, чтобы выходить на улицу и не бояться, что тебя может укусить собака? Как решать эту проблему? На эти вопросы нам ответил член общественной палаты при губернаторе Хабаровского края Максим Выборов. Скажем так, механизмы, помимо прямого закона, федерального, краевого или еще какого-то, существуют. Если все время говорить «нет, невозможно», ничего, вопрос в дальнейшем не сдвинется. Если все время обсуждать тему в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, ахать, охать, выражаться и прочее, вопрос тоже не сдвинется с мертвой точки и никуда не пойдет. На данный момент решить эту проблему можно, только если сами жители начнут предпринимать какие-то шаги. Первое, что нужно сделать, это создать какую-то организацию, которая будет целенаправленно заниматься этим вопросом. Будет это организация, будет это индивидуальный предприниматель, будет это физическое лицо, группа энтузиастов, кто угодно. Поверьте, как только эта инициатива получит хоть какой-то статус, средства, деньги и так далее, вот у меня никаких сомнений нет, что у нас народ неравнодушный в городе и районе. Если будет какой-то счет, куда эти средства перечислять, если будет какое-то место, куда чего-то нести, и кто-то этим будет серьезно заниматься, я не сомневаюсь, что дело пойдет так, как надо. Я буду первым, кто перечислит средства в этот фонд. Все мы устали от того, что и обсуждаем, и жалуемся на то, что страшно идти мимо стаи бродячих собак. Но тем не менее, ничего не предпринимаем. Проблема не решится, если мы будем продолжать бездействовать. Для того, чтобы начать делать чего-то, надо заниматься этим вопросом. Я говорю на сегодняшний день, что первое, что нужно сделать, надо попытаться создать приют. Процесс создания приюта очень долгая и кропотливая работа. Максим Выборов лично пообещал поддержку этого проекта на всевозможных уровнях. Просто нужен тот, кто не побоится различных сложностей и трудностей. И только тогда про проблему бездомных животных можно будет забыть. Это возможно, ведь все в наших руках.